Увлекаясь чем-либо, человек может поддаться на глупый риск. И значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Если этот человек занял у вас денег до получки, не волнуйтесь, он вернет их совершенно точно в срок. Значение буквы А в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Имя с буквой Т делает человека завистливым и злопамятным. Эти люди не терпят конкуренции. Буква Н в этом имени дает людям силы не воспринимать все без разбора. Носители этого имени – коммуникабельные и харизматичные оптимисты, обладающие замечательным чувством юмора. В страсти к разнообразию, особенно в мелочах, может проявиться мотив его жизни. Этих личностей сложно обмануть, видимостью для них всегда важна реальность. Люди с этим именем отличаются способностью тонко чувствовать прекрасное. Люди с этим именем – симпатичные, веселые и обаятельные. Они всеми любимы, очаровывают всех своими личностным обаянием. Также они наделены легкостью выражения чувств, блестящего ума и дара убеждения. Острый критический ум, усердный работник, но не переносит безрезультатного труда. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Эти люди любят разнообразие в мелочах и сообщают характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Буква А в этом имени несет символ первооткрывателя. Обладатели буквы Н в этом имени отличаются стойким характером и умом. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.